Вот из-за этой поверхностности, наоборот, возникает конструкция наиметь хоть кого-то, с кем можно вообще просто поговорить с ощущением того, что ты вообще нужен, ты важен там, и так далее. И вот это удивительно. Сейчас вот есть запрос на отношения, обусловленные не теми мифами, про которые я там рассказывал. Он продиктован тем, что в социуме из-за того, что нет плотных социальных связей, это вот потребность, ну, хоть кого-то найти, с кем можно как бы вместе что-то как-то делать, не ожидая, что он или она в этот момент вскачет и скажет, а мне туда надо, а там вот это, а у меня тут лайков не доставлено. Сейчас вот новый какой-то такой движущий фактор, который будет толкать людей к социальному взаимодействию, к выходу из этого одиночества, в которое они с нынешней социально-культурной средой оказываются как бы вдвинуты.